держусь еще пока нормально. Серьезно? У него ускоряшка есть. Чего я только сейчас внимание обратил? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, осторожно. Нет, а я как, я еще на платформе или вроде бы да? Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5 и это шоу «Эксперименты». Здоровки, народ. Итак, ребята, сегодня у нас с Юрцом спуск без тормозов. И, ребята, новенький спуск с новыми элементами, с новыми испытаниями. Будет интересненько, будет прикольненько, поэтому надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на канал. Ну и, ребята, в чем правило этого шоу? Прямо сейчас мы с Юрцом будем спавнить тачки рандомно, 15 раундов подряд, и в каждом раунде, кто будет уезжать дальше, будет зарабатывать 1 балл. Кто финишировал, то есть доехал до самого конца, зарабатывает еще 1 экстра балл. Поэтому, Юрец, спавни по одной тачке по самому началу. У тебя это ламба, а у меня это маслкар. Воу, это будет интересно. Ну, стартуй, братан, давай езжай, let's go, ты будешь первым, и, ребята, здесь главное просто уехать дальше своего соперника, и я уже начал... Плохо. Как дела, Юрец? Да, я прям сразу же... У меня хорошо все. У тебя все хорошо. Так, разворачиваемся и поехали. Ну что, рассказывай, Юрец, как думаешь, что будет первым сегодня? Чисто, твое мнение. Не знаю, как пойдет. Как пойдет, это тут точно. Тут все непредсказуемо. Тут все вообще непредсказуемо, и у меня тачка разгоняется очень даже неплохо. Так, и, ребята, начинаются прыжки. Так, главное просто удержаться и не упасть. Главное удержаться и не упасть. Эти трамплины, это не совсем хорошо. Здорово. О, нет, я упал, все. Я упал, а ты встал, да? А ты встал? А ты да, встал, да. Есть! А это нормально? Да, да, бывает такое, это нормально, бывает такое, да? Хорошо, это хотя бы мой первый балл. Теперь ты делаешь одну машину, опять-таки я делаю две тачки, поэтому... Так, у меня это первая дрифт. Прикиньте, такое. Ребята, дрифтить, вот так вот, прикиньте, слушайте. Ребята, а напишите хэштег дрифт, если вы хотели бы какой-нибудь ролик по дрифту, чтобы мы записали, типа, гляньте, что творят, Вау. Так, что еще есть? О, полицейская тачка. Юрец, будет вот интересно. Такое. Поехали, посмотрим, что получится. Let's go, ребята, мы стартуем, мы поехали. Так, ты там на маслкаре, я на полицейской тачке. Ребята, давайте мы соберем 3000 лайков. Я выпущу для вас новенькую серию по этой рубрике. О, Юрец, то как вообще жив, цел, орел, хоть скажи что-нибудь. Я, короче, понял, что здесь очень важно иметь большую скорость. Скорость, да, важно иметь на самом деле. Ой, ты полетел, да полетел, ты посмотри. Так, аккуратненько. Главное на колеса. Главное на колеса. Так, нормально, осторожненько. Здесь я перевалюсь, нормально. Пока еще жив цел орел. Хотя скорость небольшая, но главное просто, ребята, чтобы машинка ехала. Поэтому нормально, я хотя бы. А что так, а почему это кидает во все стороны? Не понимаю, что происходит, поэтому. Здорово, Юрец. Я не понял, у меня уже вторая машина просто останавливается сама по себе. Да? Как ты едешь вообще? Я просто еду. У меня... А что с польской машинкой? Почему он так... Она горцует как-то странно. Я проехал. Нормально. Осторожно. Оу. А что с подвеской у этой машины? Я не понимаю. Реально, что так странно? Ай-яй. Что, где? А где я? А, понимаю. Ну, видимо, все, да, видимо, я приехал. Ладненько, пока 2-0, ребята, готовимся к третьему раунду. Окей, теперь я опять делаю две машины, ты одну и... Оу, что это такое вообще? Серьезно? А вторая у меня... О, Даниэль! Полиция Марсель, ребята, выехала к нам. Точнее, такси Марсель. Какая полиция? Такси Марсель, да. А у тебя... Давай, братан, ты будешь первый, езжай, стартуй, я за тобой. Итак, ребята... Я уже не знаю. Я и максимальную скорость набираю, у меня просто машины, ну, сами останавливаются, как бы. Ну, здесь, на самом деле, элемент рандом, потому что машинки, да, какие-то разгоняются, какие-то не разгоняются, и... Так, осторожно. Ой-о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 й. Как бы ты хорошо не ехал, я вылетел. Я тоже вылетел, и вот здесь я пересек, получается, да, и... Ого. Ну, слушай, ну, как бы... Такое прям тяжело что-то. Ладненько, пока 3-0, мне это нравится, поэтому делаем новые тачки. Это, понимаю, а второй у меня это... О, Devil 16! Да ладно! Вот это будет интересненько. Юрец, догоняй, потому что я упал. Я просто упал. Так, осторожненько. Разворачиваемся. Вот это сейчас, ребята, тачка-то разгонится. Вот это сейчас будет разгон. Ё-моё. А чё, пропала платформа, появилась. Что происходит? Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, все нормально, еду.
А, еду. Только не... Ага, Юрец полетел. Юрец полетел, а я держусь еще пока. Нормально. Прямо на трамплин и пересек я вот здесь вот. А ты упал чуть-чуть раньше. Так, ладненько, поехали. Я делаю тачки себе. Первое это ого, второе это ага. Хорошо. Ладно, у меня так, что было Бентли. Бентли? То же самое, походу. То же самое. Ну, посмотрим. Ты взял Бугатти, я взял Бентли. И поехали, посмотрим, что получится. Что-то я газанул чересчур. Черешер газанул? Так, осторожненько. Так. Ну, слушай, ну, по скоростям-то интересненько, может быть. Ой. Я вижу тебя, я тебя вижу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо. Как ты кубарем летишь? Ветряк пролетел ветряк. А ты где? Я тебя вижу. Я здесь еще. Я экстрабал новый экстрабал. Хорошо, просто кубарем. И еще, только не упади. Держись. Сейф. И я упал вот здесь. Блин, меня развернуло вот здесь, Дэйл Сикстина. Да, я почти до красной долетел. Слушайте, ну это хотя бы уже хоть какой-то шанс был. Но пока это главное, что 5-0. А, ребята, готовимся к шестому раунду. Поехали дальше. Итак, шестой раунд на кону. И мы с тобой делаем тачки. О, кибертрак. А второе, что у меня будет? Вау, вот это. Жук-пердук. Будет прикольно. Больно, ребята, let's go. Так, давай, догоняй, Юрец. И, ой-ой-ой, такая скорая помощь. Тупо на скорой помощь Юрец летит. Летит Юрец в крылатой машине. Я тебя потолкну, бро. Чисто. Передам тебе свою инерцию, давай. Так, нормально. Передам? Передам себе, Сай. Передам, а передам. Ой-ой-ой. Держись. Нет, только не падай. Держись, жучара. И еще один прыжок. Нормально, на колеса. У меня сагодвойные ветряки. А, серьезно? А у меня один ветряк. Я только из-за этого вылетел. Так хорошо лёсся, бляха. Лёсся, нормально. Лёсся прям. Слушай, нормально, жучара-то. Я выровнялся. Я так какой-то кубарем ехал и выровнялся. И масс, что по скоростям, ребят? Что по скоростям? Ой-ой-ой, ветряк. Мне вообще обидно. Я так хорошо ехал, прям и жесть. Да, опять новый экстрабал, ребята. Ну, слушайте, ну я вот все ближе ближе, просто с каждым разом все ближе и ближе к этой красной дороге. Ребята, скоро доберусь и уже поеду на финиш. Окей, седьмой раунд, спавним тачки, поехали. Первое у меня, это что такое, где ничего не спавнится? Первое у меня это, это вот так-то Бугатти, хорошо. А вторая это, что это? Что за херня? Это что за... А что такие маленькие колесики? А подожди, у него ускоряшка есть? Серьезно? У него ускоряшка есть! Чего? Я только сейчас внимание обратил. У него ускоряшка. Это охренеть. Что за... А что за Тесла такая странная с ускоряшкой? Вау, куда? А подожди, а я падаю, конечно. До свидания. Я падаю, но... Обещал вернуться. Я засейвился. А мне главное не упасть. Чел, я засейвился. Серьезно? Я короче, понял. Да ладно тебе. Только я, наверное, перелечу в другую сторону, да? Да ну, я короче, понял, я стал падать, и я... Поставил морды кверху и снова упал. Господи! Что-то очень странное, тачка я очень маленький. Ветряк. Итак, спавним тачки, поехали! Давай. Так, самолет не считается. Так, у меня такой вот масл кар и... Что? А что происходит? Блин, это не что? Тот. Что? Оторвало что-то. А, у тебя... давай-ка ты вперед. Это не то, к сожалению. Да? А, тоже реактивно думал, да? А, слушай, ну поехали, посмотрим. Это у меня, получается, машина-рампа. У тебя это... у тебя это Skyline Брайана О'Коннора. И поехали. Жалко без стреляшки. На самом деле, меня максимально пока все бесит. В смысле? Пропала дорога. Подожди, еще. Окей, мы вроде как все вернули, все восстановили. И, ребята... Восстановили? Что я сказал? Короче, это, ребята, тачки из Форсажа, поэтому поехали. Skyline Коннора против машины рампы и... Так, осторожненько. Ой-ой-ой, меня уже закрутило, завертело, только не падай, пожалуйста, держись. Нормально. Да ты серьезно, да как так-то? Ты что, упал? Да. Хорош, а мне нравится потом. А, меня закрутило, завертело, держись, сейфься. Нет, я тоже упал, но чуть позже, чем ты. А, слушайте, ну, прям жестко. Что-то прям жесткий спуск у нас сегодня, поэтому, ребят, 9-й раунд впереди, поехали. Ладненько, делаем тачки, поехали. И это первая у меня вот такая вот машинка, а второе у меня вот такое вот. Хорошо. А на у самом тебя... деле, с одной машиной выбора нету. Ну, у тебя выбора реально нету. Там и едешь. Поехали, стартуй. И мы, ребята, посмотрим, что получится у нас здесь, но BMW против...
А, получается... У тебя BMW, меня это... Корвет, блин, они у меня фига. Все вообще... У тебя все тачки быстрее моих. Какого вообще хера? Нет! Нет! На. Ты на колеса? Ну, слушай, я пока еще на платформе, а ты упал? Нет еще? Ай, тихо. Мы рядом летим. Я буду дальше тебя сегодня. Так, осторожно. Направо, опять два ветряка, да какого хрена? Подкинь меня ветряк, почти подкинул меня ветряк, но я упал. А два не ветряки у тебя? У меня один ветряк. Меня почти ветряк подкинул кверху, блин, так было все круто, и я упал, обидненько. Ладно, готовимся, ребята, к 10-му раунду уже, let's go. Итак, делаем тачки, у меня первая это, ага, вот такая получается ламба, второй. У меня Range Rover полицейский. Ребята, я поеду на ламбе, потому что это может быть очень интересно. У тебя там мустанг, поехали. Да, широкий мустанг. Широкий мустанг. Так, ну слушай, ну на самом деле у меня ламба так-то перформанта и очень неплохая. Я тебе бы не снести. Нет. Нормально? Да, рядом. Прям над тобой или под тобой, не понял, но... О, полетел. А ты там как? Жив, цел еще? А, здорово. Ты там уже кубарем. О, норм. Разворот, полицейский разворот почти. О, мимо ветряков. Сейвся. О, хорошо так как получилось. Я двойной ветряк пролетел. Да? Нормально. А, о, как это, ребята, сложно, как это опасно, но это получается. Пока, вы посмотрите просто, как едем. Нет. Я вижу. Во, реально, а тачка-то супер. Она цепляется и... Нет, я доехал до красной платформы и упал под самый конец. Я опять отлетел от двух ветряков и дальше еду. Так меня ты, это задрало. Ну ты... серьезно, камон, 10-0 из-за этой хрени, да в жопу. Так ты сделай себе один, зачем тебе два ветряка? Я сгорел уже. Зачем так тебе я спавню, у меня спавнится один, ты спавнишь, твои у меня спавнятся, и все, и это ну так это надо логика. Удалить просто свои ветряки, да и все, не париться. Слушай, ну типа, ты еще потихоньку, как у тебя машина такая-то идет, с наката-то? И все. Все, да, поехали. Короче, ясненько. Слушай, ну окей, хорошо, хотя бы так, ты, давай так, ветряки сделаем по одному хотя бы, уже у меня вроде как по одному, и там уже приготовимся. Один из стран подъехал, делаем тачки, первое окей, второе у меня, оу май. Это интересненько, ламба против GMC, да, поехали. Let's go, ребята, мы сейчас посмотрим, кто будет дальше, и это будет интересненько, ибо это, как вы понимаете, обалденные тачки, но у меня такой тяжелый просто. Слушайте, ну ламба в прошлом раунде была самая лучшая, потому что прям она сейвилась конкретно. Так, осторожно. Ну, у меня пока единственная быстрая тачка из среди всех. Я охренеть, реально, на быстрой машине, насколько комфортно. Ой-ой-ой-ой-ой, осторожно. Нет, а я, как, я еще на платформе или, вроде бы, да, сейф, не, сейф, да, реально, сейф еще. Нет, все, я уже упал. Я уже упал, обидно, так, прыгаем сейчас в машину. Не дыши, мать твою. Я с тобой. А, ну. Покажи рыклева, знаешь, это... Это довольство Йети, у меня же главный персонаж Йети. Йети, да. Ладненько, ребят, 12 раунд впереди, поехали. Так, ладненько, 12 раунд, делаем тачки, ты две, теперь я одну. Опять! Ну ты две, Тачка с движком реактивным или мне кажется? Это у тебя нет? Нет или да? Нет. А, окей. А что, вроде у них реактивный движок? А вроде бы у кого-то был такой. А, это какая-то Audi была, не помню. Ладно, в общем, у тебя жук, да? Фига у тебя у жука, слышишь, такая впереди, видишь, такой, типа, какой-то что-то... Козырёк. Металлический козырёк. Это просто козырёк просто, да, с оружием. Вышел, как надо, поставил, поехал. Когда солнце, ну, постоянно в глаза слепит, решил такой... Нихера себе, это быстрее ламбы, то, что было. Это летающий жук. Да, летающий жук. Жук, навозник, летающий. Ай, в Африке горы вот такой. Мне выкинул ветряк, я упал, и ты тоже. А ты чуть дальше проехал, да, ладно. И, ребята, впереди 13 раунд, готовимся. Так, хорошо, поехали. Так, у меня, так, Мерседес, одна машина. А с двумя машинами, вот вы на этом. Ну, если хочешь, либо бери ее, либо меняй, что хочешь. Можешь поменять. Ну, надо поменять, может, что-нибудь хорошее пойдет. А может и нет? Ракан перформанты, нормально. Как бы да. Поехали, Мерс против Ламборгини Уракана перформанты. Ребята, у нас здесь типа посмотрим, что получится. Я знаю, что заметил, у кого две тачки, у того прям карт-бланш, как говорится. Не, ну да, есть такое, потому что одну машину всего делаешь, и там как бы прикол в том, что может разный грузовик попасть и прочее, но это как бы расчет. А ты куда, братан, полетел, так скажи мне? Ты куда спешишь?
Ёб твою ж мать! Ты с трамплина полетел, да? Да, на второй прям, прикинь! Да? А я все, я упал. Ну-ка, дайте посмотрим, что происходит у Юрса. Интересненько, ну-ка. О, здорово. Блин, ну тупо то, что не попал. Да, я с двух трамплинов перелетел, все. Ну, понятно. Слушай, мой экстра балл ты почти долетел. Мой вот буквально на красной платформе около первого забора. А, ребята, время для вроде бы 13-го раунда, если не ошибаюсь. Вроде или уже был. Наверное, давай. А, пускай будет 13-й раунд, поэтому делаем тачки. Поехали. Первый меня. На самом деле... Да ну, это тачка с подвеской от Хаммера. Дядя, я не хочу на там ехать. Хорошая Ауди новая. Блин, гляньте под подвеска. На самом деле, чем быстрее тачка здесь, тем лучше, вот серьезно. Ну это да, кстати говоря, есть такое. Поехали. Давай, let's go. Ну, на самом деле, окей, Хаммер... О, не Хаммер, у меня это хоть и дождь, но подвеска от Хаммера... Кто-то захерачил подвеску от Хаммера, помню еще, да? Кто-то был, ты же, да, был-то? Ты поставил подвеску от Хаммера? Да? Я не от Хаммера ставил, а чего не помню, но получилось вот что. Получилось вот это. Да, поэтому... Я сделал, да. Ой, а что ты так меня присосало-то? Ага. Кстати, реально же я эту хрень сделал. Да, ты эту хрень сделал. Вспомнил. Знаешь, ты, я тебя поразил, но не убил, а оставил жизнь на свободное плавание. Знаешь, такой, я тебя поразил и бросил. Вот это типичный юрец. Так, осторожненько. Я слишком медленно еду, это плохо. А я слишком странно еду. А я... О, здорово. Ты что, в меня забрился? Я тебя откинул вперед. Понимаю. Ну ладно, в одном месте, но пускай будет твой балл. А, ребята, 14 раунд. Поехали, спауним тачки. Давай-ка, мы сейчас с тобой сделаем. Я делаю опять-таки одну. О, кстати, офигенная Audi. Это RS6, кузове C5. Типа такая старенькая, прикольненькая. И давай на лодке, братан, давай на лодке. Нет. Так, ты взял Dragster? Давай, ты будешь первый. Стартуй, я с тобой. Let's go, ребята, поехали. Ну что же, будет интересненько, как минимум, потому что вот у меня резко, по идее, у нее прям классно должен быть зацеп, если я не ошибаюсь. Ай, что такое, я быстрый. У тебя быстрее машина, чем у меня. Ай-яй-яй-яй. Ты же цел? Вот это был петушиный поступок. Да ты два раза меня Да я не то, чтобы я так планировал. А ты все еще летишь вперед? Я понял. На ускоряшке, я понял. Слушай, ну ладно, хотя бы я еще еду, но... Типа, хочешь, мы лучше еще раз проехать, потому что я тебя реально выкинул, но я вовсе, я упал, короче. Ты поедешь еще раз? Ну, я не думаю, что я доеду, что-то он слоупочен. Да, давай спущу еще. Короче, прямо около первого ветряка, давайте мы спрыгнем. А, у тебя места машины нету, алло. Как так-то? Ты где есть-то? А вот и он. А вот и он, видите его? У меня там что? Это юрец. У меня там пусто просто. Там пусто? Понял. А, так. И... Но он не лучший вариант, он длинный слишком. Да, он вообще какой-то и... Просто колышматится во все стороны и... Упадешь, да? Да. Да, упадешь, ясно. Да, окей, да, такое. Ребята, последний раунд, понимаете, последний раунд, сейчас я делаю две машины, ты одну, и сейчас нужно просто сделать красивый последний раунд. Так, поехали, первая. О, кстати, not bad, тачка для спуска, оффроуд ламба, а вторая, ну, масло корне, спасибо. Спасибо большое, я, пожалуй, возьму все-таки... Насмотрелся, да? Все-таки оффроуд ламбу возьму, да, поехали. То есть, дал позже полицейский, ребята, и мы стартуем. Это оффроуд ламба и полицейский Porsche. Так, а ну-ка, Юрчик. Тебя бы не выкинуть бы случайно. Я бы тебе показал бы там что-нибудь. Чего мне все тачки так плохо едут по накаты по этим вагонам? Так. Жук был самым быстрым. Ну, жук, да, жук прям мог. Только меня, конечно, кидануло прям. А, куда в сторону так? Не надо меня застейся, пожалуйста, спасибо. Нормально. О, проехал, хорошо. Прям, вижу. Прям как-то так по таймингу проехал, прям резко в сторону нажал и правильно сделал, ребят, самое главное, поэтому... А, нет, только не прыжок. Не расслабляйся. Ты прям около меня или... Я вроде ускоряться начал под низ. Да? А, нет, меня кидануло, нет. Ау, больно. А, я застоялся. А куда меня в сторону? Не надо... Держи. Самое интересное, я прям за тобой еду. Да? Слушай, а я сейчас, кажется, доеду до красной. Должен ведь доехать. Да, новый экстрабал. Меня ветряк скинул. Да? Ребят, новый экстрабал по самый конец, и я... Да ну. Реально? Тихо. Здесь, ну, здесь, по идее, изи, то здесь уже ничего сложного нет, по идее. Только ветряков много, но это, по идее, не проблема. Так, осторожно. Они у меня тут пятерные. Да? Нормально. Да, ребята, сейчас последний ветряк, я здесь его изи проезжаю, и финиш по самый последний, ребята, раунд. Это было красиво, это было хорошо. Ребята, ставьте лайки, если такой прикольненький спуск без тормозов. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.